Я Макдональдс сам не очень люблю. То есть я там не бываю, и мне не нравится еда. Русский фастфуд – это уже западная какая-то вот эта тема, понимаете? Боже, Михалков и Кончаловский. Заниматься русским фастфудом. Да нафига они там нужны со своим миллиардом рублей? Ну это вы что, с ума сошли что ли все? Свихнуться можно вообще. Надо открыть на столовые советские, которые были у нас в каждом, так сказать, районе, где государство бы давало дотацию на них, чтобы обеды в этих столовых там стоили, ну, максимум там 50, там, ну, скажем, 100 рублей комплексный обед. Вот это наше. Это никакой не фастфуд, это называется наши русские, российские, советские столовые, понимаете как? И какой там миллиард стоит? Не стоит это, слушайте, там, ну это просто смешно. Никому никакого миллиарда давать не надо. Надо просто обязать префектуры, главы управ открыть в каждом районе вот эти столовые, где могли бы питаться наши пенсионеры, студенты, школьники. Я бы с удовольствием ходил бы кушать обед, который 50, там, 100 рублей стоит. Понимаете как? Вот это русский фастфуд, если хотите. Отдавать Михалкову и Кончаловскому, отмывать там как-то... Ну, это, конечно, нет. Это идея уж точно не с той стороны, откуда она должна прийти.